Всем привет, ребята! Вы думаете... Ну, я думаю, что вы уже очень много людей знаете, кто такой ютуб-братсан, вот это все. Короче, я вам расскажу, что Цан — это на самом деле человек, который хочет обмануть всех на деньги, на одни. Ну, там даже... На 2 гривны хочет нас обмануть. Начнем с того, что он врет, и то, что он играет без модов. Да, он нам это постоянно говорит. Ну, мне даже, да, вот это все. Да, я могу и ошибаться, конечно. Но я думаю то, что очень многие отвинтятся от него. Из-за того, что он нас кинул просто на деньги. Ну, вот это все. Поэтому... Мой вывод. Ваш вывод — это ваш вывод. Как хотите, так и думайте. Для меня, лично для меня, это самый тупой ютубер, у которого у него даже просто в башке ума не хватает. Просто ничегосенько. Просто. Ну вот, зайдите на один из роликов, там, где он говорил, какой Фроздок все-таки плохой ютубер какой-то. Это неправда. Если Фроздок он так и думает, что для него понятнее называть Pocket Edition. Вообще, Фроздок он играет уже 8 лет в Майнкрафте. 8 лет, а там сколько? Уже 1 год. В чем? В чем прикол? Так вот. Короче, вообще зачем Цан он просто берет и записывает хэт про Фроздога туда, куда ему дорога будет. Ему будет дорога вообще в другую сторону, когда он скончится. Ну, когда он уже вообще скончается. Короче, мой вывод, что Цан самый тупейший ютубер. Ну, Фроздог, он так считает, то, что для него Pocket Edition — это Bedrock Minecraft. Он так считает просто. Если меня сейчас Цан слышит, то объясняю именно ему. Конкретно и понятно. Не надо говорить то, что тот ютубер, который считает по-другому, считать его тупым и недоумком. Короче, вообще, ну, чудно. Если, ну, он так считает, ну, пусть он считает, но не надо про него это видео, про его хейт записывать. Ладно, а я с вами прощаюсь. Дайте. И всем пока.